Очередная очень интересная, очень яркая, очень оригинальная, сказал бы я так, пара. То есть пара, которая выделяется не только внешними данными на фоне соперников, но и в целом и своими программами, и своими прокатами. Это ученики Константина Безматерных, Александры Зворыгиной, Майя Шагай и Игорь Шамшуров. Самый случай, когда, к сожалению, питерцам сегодня родные пары не очень-то помогают. Из всех очень сильных санкт-петербургских пар ни одна пока не справилась со своей программой на 100%. И почему-то, к моему величайшему сожалению, большинство наших юниорских дуэтов камнем преткновения является параллельный двойной аксель. Ну, вроде бы не самый сложный прыжок, но это из той серии, когда мы в которой уже раз говорим, ну, Семен Семенович, да? Жаль, если честно, потому что, ну, действительно очень интересная пара. Пара, которая отличается, пара, которую очень легко вычленить так из общего ряда. Да, если все вот эти юниорские тараканы типа отсутствие шпагата и прочее, и на подкрутке это можно, конечно, вылечить, то недокруты на двойном акселе вкупе с неважным приземлением, это те блохи, которые могут серьезно помешать спортсменам на взрослом уровне. Да, можно добавить, что, к примеру, взрослые не должны исполнять обязательные прыжки в короткой программе, и без акселя вполне можно обойтись, но
где гарантия, что если ты не докручиваешь 2,5, будешь стабильно докручивать даже самые простые, как считается, тройные прыжки вроде тулупа или сальхова. 58-58, запомнить несложно, а вот радоваться не приходится. Лишь седьмой текущий результат.